Доступ запрещен. Доступ запрещен. Расскажите мне, что происходит. Я не знаю. Нет, знаете. Расскажите мне. Вы должны быть с остальными. Говорите. Я могу увеличить давление в камере и раздавить вас. Вы не сделаете этого. Вы же могли выстрелить в Энди Стоуна, но не сделали этого. Я полюбил вас за это. Представьте. Вообразите себе, будто знаете что-то. Представьте, что очутились где-то, не знаю, в Помпеях. Представьте, что вы были в Помпеях. К чему это все? Представьте, вы пытались спасти их, но своими действиями заставили это произойти. Что бы я ни делал, это все равно случается. Капитан, вы нужны нам прямо сейчас. Я все еще тут. Вы запустили первое действие. Есть еще 4 стандартных действия. И номер 5 — это... Детонация. Крайний случай. Ядерное устройство посреди центрального купола. Сегодня, 21 ноября 2059 года, капитан Брук активирует это устройство и уничтожит базу с собой и всем экипажем. Никто никогда не знал, почему. Но вы спасали Землю. Именно это вдохновит вашу внучку. Она поведет людей в галактику, потому что вы погибнете на Марсе. Вы погибнете сегодня. Она отправится в полет, словно пытаясь встретиться с вами. Я не собираюсь умирать. Я не буду. Но ваша смерть создает будущее. Помогите мне. Почему вы не хотите помочь, доктор? Если вы все знаете об этом, почему вы не можете это изменить? Я не могу. Почему вы не можете найти способ? Мне очень жаль, но я не могу. Иногда я могу, а иногда и я. В большинстве случаев я могу спасти кого-то или кого угодно. Но не вас. Всю свою жизнь вы задавались вопросом, почему тот Далек пощадил вас. Я думаю, он знал, ваша гибель закреплена во времени, навечно. И это правильно. Вы действительно погибнете здесь? Нет. А кто спасет вас? Капитан Аделаида Брук. Разблокировано. Черт с вами. Вода! Здесь вода! Капитан, сюда!